Всем привет! Я хочу показать, как кормлю свою скотину. У нас вот в таких вот бочках корм. Здесь вот зерно мешки не пересыпали. Здесь были отруби, кончились. Вот. Здесь вот у нас вот овес. Вот уже кончается. Вот такие крышки на бочках, чтобы крысы не залазили. Вот. Ну и здесь во всех это все здесь корм. Так, здесь у нас ячмень, по-моему, да, это вот. Сейчас я наберу и пойду кормить. Вот я приготовила водичку. Буду я набирать тепленькую дома. Вот, сейчас хочу пойти. Значит, это я. Такой в домашней грязной одежде. Вот, ну пойдет скотину кормить. Все равно баба трутся. Я потом переодеваюсь. Вот. Заношу в баню вот эти баклашечки, которые мы обрезаем. И выливаю вот, даже которые не были не оттаяны, вот это был лед. Вот я их освобождаю от воды, от льда. И потом буду менять, значит, у кроликов. Вот, и, в общем, буду менять баклашки. Ставить с водой, со льдом убирать. И снова... Вот. На 6 кроликов на улице. Вот так вот я, значит, приспособилась. У меня вот здесь маловато сена, но если не хватит, я пойду козлятнику в сарай и это наберу еще. Вот мои кролики сидят. В эти баночки мы сыпем это зерно. Так, вот давали веточки им погрызть. Вот эту клеточку мы, значит, тут убрали доску. Это мы вот здесь они сами прогрызли. А эту доску мы убрали, чтобы он ходил туда-сюда, чтобы не стоял на месте. Вот так замерзает вода. Снег я не хочу давать, потому что они рассыпают снег. Вот. Вот я набираю. Смотрю, если она не дырявая, не текет. Я вот ставлю ее сюда. И все. И он будет пить. Сейчас еще долью немножко. Вот. Сейчас еще долью маленько. Вот так вот. Ну вот. Вот сейчас он будет пить. Боится, наверное, камеры. Потому что... Вот так я набираю зерно. Ой. Мимо смотрю телефон. И мимо сыплю. Вот насыпала я зерна. Сейчас еще вот в эти кормушечки положу сено, но одной рукой неудобно. Вот. Ну, в общем, вот так как-то я кормлю вот своих кроликов. Вот тут нет у нас приспособления, не сделали. Вот ставлю, просто вот так ставлю, вот веточки. Сейчас вот уже насыплю зерно, они хорошо кушают, все съедают. Вот. Сейчас сюда положу сено. Помыть всегда можно, все убрать. Вот. Иду дальше кормить. То есть скотинку набрала вот зерно. Сейчас я козам высыплю. Вот так вот все валяется. Как у многих. Ой, как женщина говорила. Мне так понравилось. Мы просто живем. Вот. И кому-то может не нравится, как мы живем. Вот. А мы живем как умеем. Вот, идем, беж. Вот так насыпаю зерна им. Они вот стоят и кушают. Ну куда ты, вон ешь, иди. Иди ешь, насыпал, пересыпал. Одной рукой неудобно. Вот они вот так кушают у меня. Вот, ну чего ты, иди кушай, я ухожу. Иди, в ведре нет ничего. Я вчера насыпала им сено, вот они скушали уже. Там вот еще немножко есть. Вот. Вот так вот. Вот кушают. Да ничего, они сейчас поменяют. Сейчас она побежит туда. Они поедят здесь. Даю тыковку. Сейчас поставлю ведро. Вот здесь тоже вода мерзнет. Лед. Я меняю постоянно. Сейчас поставлю эту воду, вылью, занесу ведро домой. Вот. Вот так вот я кормлю своих козочек каждый день. Вот она уже наелась. Вышла гулять.
Я пришла, принесла в курятник зерно. У меня тут такой висит миниатюрный замочек. И купили мы вот такой вот брелочек. Это такая вот хрюша. Ну, почему-то ушки зеленые, они розовые. Вот, но он уже у меня сломался. Вот эта цепочка порвалась, чтобы не потерять вот эти маленькие ключики. Они в снег падают, когда их потом не можешь найти. У меня здесь висит тоже плед, потому что щели ужасные везде. Когда было холодно, у нас было до минус 15. И было очень холодно. Приходилось это закрывать, утепляться. Вот, потому что кругом щели. Ну, вот так у меня зимуют мои курочки. Здесь несутся. Почему-то тоже иногда съедают яйца. Я уже им и тоже и тыкву даю, насыпала сюда песочек. Вот. И, в общем, хотела что сказать, что куры хорошо едят это, пшеницу. Вот овес и этот ячмень, они очень плохо едят. И я еще, чтобы они тоже вот гоняют, друг друга гоняют, вот, и мне приходится насыпать тоже, потому что есть слабые курочки, есть такие посильнее, которые посильнее, они, значит, гоняют других, и другие не едят. И я вот так вот насыпаю тоже, чтобы ели все куры. Вот, он, видите, убегает, боится. Вот. В общем, приходится вот так вот с ними обходиться. Потом я не расстраиваюсь, у меня потом вот это зерно, что я соберу, буду чистить. Я это все... Вот я не пойму, что-то летает, что ли, вот в камере. Что это такое белое? Что-то такое непонятное. Снега тут нет. Ну, в общем, опять у меня вот такие паутины. Опять надо тут все выметать, обрабатывать. Все убирать. Но это, наверное, я возьмусь в субботу и воскресенье. Вот. Ну, вот так вот сейчас налью, помою, налью водички им. Так, и каждую это, как спинси, я покупаю им еще ракушки обязательно. Управилась я за час. Хотела варить ужин, а у меня нету масла растительного, не на чем варить. Иду в магазин. Вот. Вот наша улица. Темно, правда. Вот. Ну ладно. Всем пока-пока.